Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like. А, друзья, привет! Смотрю на эти высокие башни в Москва-Сити и вспоминаю свою первую поездку в Штаты. Город Нью-Йорк в 1995 году, в канун Рождества, в декабрь. Тогда был международный турнир по шахматам. Так как я был чемпионом по шахматам своего университета, Mississippi State University, меня вместе с командой пригласили Intercollegiate Tournament в Нью-Йорке, где мы играли свой турнир, свою игру. Я помню, мне было 19 лет, и у меня было столько эмоций от всех этих небоскребов. И тогда я сделал очень много фотографий. Но так как фотографии были не цифровые, это было, съемки были ночью, никакие фотографии не получились. И вот мы здесь стоим в Москва-Сити. В одном из этих башен расположен офис наших акционеров. Несколько раз в год мне сюда приходится приезжать. Я это делаю теперь уже с удовольствием, потому что у них офис очень высоко находится и очень прекрасный, красивый вид. Мне нравятся высокие здания, мне нравятся высокие горы, потому что рядом с ними я чувствую возможность, я чувствую, куда можно еще стремиться, я чувствую, что можно еще расти выше, брать новую планку, новый стандарт, новую высоту. И вот чувствую, что столько еще впереди, столько можно всего сделать. Не просто башня, чтобы была башня, не для этих целей, а чтобы вот это означает, что ты в этой жизни добился многого, что ты, построив такую башню, создал огромное количество рабочих мест, офисов, компаний, потому что туда могут поместить огромное количество компаний. Если это связано будет с тобой, со мной, это будет очень здорово. Поэтому надо смело браться за большие цели, масштабные, и вот остается только вдохновляться. Так. And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived. Мне много задают вопросов, что интересно. Вот люди всегда интересуются, задают вопросы, как вы достигли успеха, что такое успех для вас, как вы к этому пришли. Если задавать мне этот вопрос каждые, допустим, полгода, у меня, думаю, всегда ответ будет чуточку другой. По-другому я буду отвечать, потому что ты меняешься, жизнь меняется, у тебя получаешь новый опыт, ты по-другому формулируешь некоторые вопросы. Вот я задумываюсь, только оглядываясь назад, ты понимаешь, что было правильно, что было неправильно. Потому что мы ежедневно принимаем большое количество решений, и реально сложно точно быть уверенным, какие-то решения, они какие-то верные или неверные. Но я принимаю решения интуитивно, и мне кажется, что большинство моих решений, они абсолютно правильные. Когда говорят, что мы вами движет, я часто отвечаю, когда человек знает смысл своей жизни, свою миссию, ему намного все легче дается. Уже давно четко определил свои цели, свои миссии, что я хочу делать. Когда нужно принимать какое-то решение, я просто сравниваю, это отвечает моей миссии, то есть как бы корректировка идет, я не сбиваюсь с пути, это то, что мне нужно или нет. Вот, конечно, в жизни очень много разных соблазнов, интересных предложений, постоянно все пытаются что-то мне предложить, давайте сделаем этот проект, давайте сделаем этот прибыльный бизнес. Вы знаете, что вот как многие очень умные, опытные люди говорят, нужно научиться говорить «нет». Я, естественно, начинаю тоже это практиковать, говорить «нет». Потому что, когда ты знаешь свою миссию, свою роль, ты уже идешь по какому-то пути, ты не должен сбиваться. Это как бы вот, куда, на чем ты сфокусируешься, вот туда и направляется твоя энергия. Если другие люди предлагают разные другие идеи, предложения, то это просто тебя отвлекает. О, это очень вкусно, спасибо большое. Очень вкусная пшеная каша, я ее люблю. В Москве начался пост, и у них часто такое постное меню есть в кофемании. Это очень круто, очень вкусно.
Так вот, когда, видите, отвлечение, как вот вроде раз, и немножко отвлекся, и уже как бы надо опять возвращаться, не сбиваться. Вот о чем я говорил? Я говорил, что очень важно сфокусироваться на главном, на своей миссии. А то мы же такие люди добрые, и нам очень трудно отказывать. И приходит там человеку, там, например, давайте вот такой проект, давайте это вместе сделаем, это будет очень выгодно, интересно, это очень нужно. И как бы, и они довольно люди научились хорошо аргументировать, хорошо продавать свои идеи. Как говоришь, ну да, 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 надо, но когда ты совсем со мной не соглашаешься, ты оставляешь свои главные задачи на потом. Поэтому вот в этом плане даже вот мои поездки за рубеж, они мне, я так понял, что они мне помогают, потому что я меньше вхожу в контакт с людьми, которые могут как-то там пытаться. И это есть хорошее намерение, ничего плохого там нет. Но все люди разные, кто-то может просто уехать, кто-то может просто не выходить из дома, поэтому я это тоже все практикую. Поэтому, если хотите добиться успеха, надо сфокусироваться на главном и научиться выработать методы, чтобы вас не отвлекали. Вот это очень важно, потому что я ставлю какие-то себе задачи, иногда бывает, признаюсь, это как бы я над этим тоже работаю. Я помню в 92-м году, когда у нас была возможность подать на учебу в Америке, я был тогда в 11 классе, я помню, как я переписал это statement of purpose, да, цель поездки, наверное, раз 30-40. Я помню все выходные, я что делал? Ну, тогда я работал еще охранником в садике, вот я прям все выходные там сидел, как бы там записывал, потом переписывал. И вот наступил последний день, когда сдачи. Я так вот проснулся, все, что до этого писал, несколько дней все зачеркнул, написал с одного раза на одном дыхании свою цель своей поездки, почему я хочу попасть в Америку, и сдал. Но в принципе, конечно, я в тот год не поехал, но я стал резервистом. То есть, если бы кто-то не полетел, я мог бы полететь. Но суть в том, что когда ты фокусируешься и ты пишешь, переписываешь, переделываешь, оттачиваешь, вот тогда твой продукт становится очень хорошим. Вот это и есть сила фокуса, когда ты сфокусирован. Когда ты не сфокусирован, твое качество, оно не очень хорошее. Поэтому и если качество очень хорошее, и вероятность успеха того или иного дела, она тоже становится не очень хорошей. Поэтому сейчас очень вкусная каша, запах идет в нос, отвлечемся, так. Самый главный вывод – сфокусируемся на главном и не позволяем никому управлять нашей жизнью. Мы сами управляем нашей жизнью, мы сами ставим себе цели, и мы сами движемся в том направлении, куда нам нужно, а не другим людям. Другие люди будут всегда нас пытаться отвлекать, научитесь ограждать от людей. Это очень полезно.